Лёха, я тебе говорю, я не олень, я вопите, это звучит гордо. О, Лёха, смотри! Саня, твою мать, ты хоть единорогом себя называй, ну как ты был оленем, так и мы остался! Мэтт Пинк Продакшн. Зиду не 5000. Бородатый дементр. И тот самый парень. Моим планам пофармить не суждено было сбыться. После того, как мою шляпу сбила пуля одного из максимально отмороженных гусей, которые опрометчиво набросились на меня толпой. Замес у Валентайна. Hello, it's me. Do it.
6. Их шестеро. Групповое самоубийство. Что? Что? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. О, боже мой, это все объясняет. Охренеть, надо попрятать все острые предметы. Еще один куда-то ливнул. Ай-яй-яй, бойцы! Объясню, что тут происходило. Я ехал выполнять задание по охоте за головами, и тут мне в затылок прилетела пуля. Я решил проучить того, кто это сделал, а к нему очень быстро стянулись все его дружки. Полная их команда составила 6 человек. Но один из них ушел где-то в середине боя, я не знаю где. Гуси с переменным успехом то вывозили, то не вывозили бой. Но как обычно, полезли на меня мясом в рукопашку. Под конец боя появился тот самый парень, который, проезжая мимо, не присоединился к толпе, а начал помогать мне. За 5 лет игры в GTA я такое вижу первый раз. Много он, конечно, не сделал, но морально очень поднял меня духом, за это ему огромное спасибо. В конечном счете гуси совсем обосрались и отступили. Мораль последних 2 видео такова: никогда не сдавайся. А теперь, специально для тех, кто считает, что я плохой, нападаю на нубов, сообщаю: нубы напали сами, толпой. Для тех, кто считает, что в GTA мы можем только толпой всех месить, сообщаю: как видишь, уже 2 видос, мне по барабану, один я или с командой. Обращаю внимание труханчиков, я ни разу не самоубился. Специально для Максимки сообщаю: ну не люблю я тебя, не можем мы быть вместе, понимаешь? Это ты по мальчикам, а я по девочкам, хватит ходить за мной везде. Максимум, я могу тебя засветить на видео, чтобы ты не плакала, шавка опущенная. Ну вот, теперь ты в видосе, поздравляю! Специально для защитников гусей. Большая часть PvP в RDO выглядит следующим образом. 2 гуся стреляют тебе в спину,
огребают 3-4 раза, включают перемирие и под музыку из белого солнца пустыни убегают в закат. Весь остальной контент игры дико скучный. А теперь для моих любимых и самых топовых подписчиков. Спасибо, что досмотрели. Оставляйте коммент, какой момент понравился больше всего и почему. А я покажу мой любимый момент прямо сейчас. Да все бегут, 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 и я бегу.